мы сейчас изучаем очень много уроков по Зоару, потому что эта книга самая сильная по своему влиянию на нас. Что мы должны просить только одного, чтобы тот высший свет, который создал наш эгоизм, помог нам именно приподняться над этим эгоизмом специально. Он создал нас эгоизмом, чтобы, приподнимаясь над ним, мы создали такой перепад напряжений между самим собой поднимающимся и своим эгоизмом. И вот в этом перепаде напряжений, чтобы мы обрели новое кли, новое состояние, новое желание, новое ощущение. Так вот, Зоар может это сделать. В нашем мире только высший свет может что-то изменить. Если мы себя не будем изменять с помощью высшего света, то мы останемся всегда в состояниях вот этого вот нашего мира, вот здесь существующими, умирающими, рождающимися снова и снова и снова. Только высший свет может нас приподнять, и мы начнем уже выходить из себя и ощущать новый мир. То есть состояние вне себя – это на самом деле наше настоящее существование. И вот выйти из этого, это только высший свет может. Если бы люди понимали, что избавиться от эгоизма можно, они бы так бы себя бы не вели. Мы все время занимаемся тем, что пытаемся ограничить наш эгоизм с помощью хороших манер, с помощью там, каких-то договоров, ограничений, законов. Всяких тюрем, всевозможных там полиции и так далее. На самом деле мы видим, что это не помогает. А как исправить свой эгоизм, приподняться над ним, мы не знаем. И поэтому все время эгоизм растет, а мы все больше и больше ощущаем себя страдающими. А сейчас, когда этот эгоизм становится глобальным, вообще не знаем, куда от него деться. И тут вот возникает просто страх. Мы не в состоянии ничего сделать, ограничить себя никак. И возникает очень сложное и серьезное состояние. Так вот, поэтому нам надо быстренько, как можно быстрее распространить это знание о том, как можно эгоизм исправить. И у человечества появится возможность по-другому относиться к себе. Не постоянно ограничивать, бояться, а наоборот, приподняться над ним. И тогда мы выходим из всяких страхов войны, уничтожения, страданий, болезней, всяких климатических проблем во всем. При подъем над эгоизмом он возможен только с этим высшим светом, который нисходит на нас при изучении книги Зоар. Вот. Поэтому мы ее изучаем. И поэтому в течение учебы надо только об этом и думать.